Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем разбирать самый захламленный ящик. Не знаю, что в вашем ящике у вас там лежит. У каждого свое, у кого-то он находится в прихожей, у кого-то на кухне. У меня он находится в помещении, где у нас это помещение между гаражом и домом. Здесь хранится обувь, верхняя одежда, там, шапки и все остальное. И здесь есть также два ящика, в которых я даже не знаю, что лежит. И вот они, здесь что-то лежит для обуви, это, видимо, чистить какие-то полотенца, ну, понятно, стельки, это останется. В общем, что здесь? Сумки, чехлы на одежду, зонтики, что-то еще. О! Надо это перебрать. Начнем. Tell myself there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello. Ну все, теперь стало намного лучше. Здесь у меня находится уход за обувью, разные натирки там, и тут даже есть для ног, чтобы не натирала летом вот такая вот штука. Ей смазываешь саму ногу в том месте, где возможно будет натирать, и все, трения больше нет. И здесь, что возможно, придется взять в машину. И либо вот для путешествия сумки для обуви, здесь зонтики запасные. Вот это вообще сумочка в тренажерку. Кстати, я ее искала, думала, я ее отдала или выкинула, и вот я ее нашла. На пояс вешается, и сюда можно положить телефон, ключи. И там ремни от куртки и от сумки. Ремни. Вот. На этом у меня на сегодня все. Сейчас у меня даже самый захламленный ящик стал в порядке. Фух, вот пройдите по вашему тоже, наверняка там есть мусор. С вами увидимся завтра.